Знаете, шутовское приключение, шутовские шляпы. Тут, кстати, добавили более прокачанные шляпы, шутовские прокачанные шляпы, которые можно прокачать их. Не только, конечно, за монеты. А мы с вами поиграем. Начинаем. Сила гравитации уменьшается. Вот это, кстати, давно было, и вот это, ну так, для меня, если честно, я так не к нейтрал я отношусь, так как вот самая дурацкая локация в Angry Birds 2, это, конечно же, космическая, которая у меня, она, если честно, бесит, потому что там больше всего происходит лаги, а иногда вообще игра вылетает, но меня ни разу не вылетало, только лишь лагало, когда была космическая локация. И вот мы, но первый уровень прошли на отлично. Идем дальше. И, конечно же, у нас редкий сундук. И третью карту давайте-ка откроем. Это не лучшая карта, но мне как раз подойдет могучий орел. Как раз у меня их 19 штук. Отлично, мы смогли еще вторую, мы смогли пройти-то. И что у нас будет там в награде? Наверняка там редкий сундук или что-то такое. А нет, билет. Билет в башню удачи. Просто обычный билет. Так, третий уровень. Теперь тут у нас будут большие птицы. Круто. Большие птицы это самое крутое. Хоть, конечно же, и бывают, делают большие неудобства, но как раз это для меня сойдет. Отлично, Чак молодец, Бом молодец. И три этапа, кстати. Интересно, а Терренс... Вот, кстати, в этом башне, по-моему, Терренс, я не знаю, он иногда, кстати, пытался разрушить, вот, а вот сейчас он просто все разрушил. Вот эту башню он абсолютно полностью разрушил. До этого он как-то не мог разрушить башню. Хотя до этого я прокачивал Терренс, но что-то сработало. Так, Ред. Так, отлично, но нужно этих свининечка. Серебрянка, помоги. Ай, блин, серебрянка за шарик прям зацепилась. Ну, Матильда, отлично, все такое. Третий уровень пройден. Это самое лучшее. Идем дальше. Конечно же, у нас редкий сундук. А давайте-ка вторую карту. Блин, там в третьей карте вообще 900 монет событий там было. Ну ничего. Вот после этого уровня, вот там как раз 500 монет, а на финальном там вообще 1000 монет можно получить. Как раз можно прокачаться, еще как. И теперь у нас хэллоуинская локация. Давай, бомб. Отлично. А, кстати, я вам хочу сказать одно, что давайте-ка мы уже на моем канале наберем 200 подписчиков. Я же хочу отметить этот юбилей. Я как раз наверняка сделаю большое видео. Если вы хотите, чтобы я сделал большое видео, то, пожалуйста, добейте мне 200 подписчиков и напишите плюс в комментариях. Если что. Потому что я уже реально хочу добить 200 подписчиков. Я очень хочу. Это вот моя цель, кстати, сейчас. Come on.
Отлично, четвертый уровень пройден. Все супер, круто, отлично, чернично даже. И теперь мы забираем 500 монет событий. О, это вообще просто улет. Конечно же, у нас снова большие птицы, но попробуем справиться с этим уровнем. Так, давай, Терренс. Наноси урон этой башне. Так, да, не серебрянку, а да, бомба. Так, давай бомба. Ой, блин. Превращатель хоть и превратил в ракету, бомбу в ракету, но ракета с легкостью разрушила. Так, не серебрянка, а ред давай, пусть подойдет. Давай, ред. О, мы с первой попытки... По-моему, даже с первой попытки мы смогли пройти этот этап. Я думал, там еще серебрянку придется использовать еще. Так. Давай, Терренс. Помоги. Отлично, Терренс. То же самое, как Ред. Все отлично, уничтожил везде. Все круто, отлично. Так, это последний этап, а это тут тоже легко. Даже синий против здесь справится. Даже бомб тут нам никакой не нужен. Слава богу. Мы уже больше половины уровня уже прошли, кстати. Вот, мы уже прошли. Так, шестой этап. Теперь. И, конечно же, у нас локация в виде босса. В виде босса. И четыре этапа снова. Наверняка на следующем уровне, думаю, что там уже 5 этапов будет. А на последнем вообще там 6, по-моему. Я так думаю. Может и 5, а может 6. Надеюсь, что там будет 5 этапов. Но не 6. Если я 6 этапами, я вряд ли смогу пройти, если меня не зовут. Итак, мы уже прошли 6 уровень, кстати. Кому нравится это приключение, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И мы получаем 200 жемчужин. И как раз мне жемчуг и нужен. Я уже там тоже хочу какой-то комплект купить. Очень хочу, ну, очень даже мечтаю. Я, знаете, какой комплект я хочу получить, докупить? Комплект шляпа-подарок. Там как раз 3 шляпы осталось еще купить. И я смогу это сделать. Так, у нас 7 уровень. Тут уже теперь, да, 5 этапов. Надеюсь, я пройду. Тут, конечно же, не так-то просто пройти этот уровень.
Так, сколько на этот раз уже птиц осталось-то? В принципе, ладно, там еще норм. Но если я использую еще 2 или 3 птичек, то все, уже будет меньше птичек. Уже 4 карты осталось. Чак, пожалуйста, сделай, выполни это дело. Отлично. Спасибо, Чак. Предпоследний этап. А тут бомб... Я надеюсь, тут бомб есть. Да, есть. Пригодился, слава богу. Так, давай. Ай, я не хочу использовать. Фух, повезло. Повезло сильно. Повезло с этим этапом справиться. И теперь финальный. Финальный этап. Финальный этап предпоследнего уровня. Так, надеюсь, серебрянка справится. Так, у нас... Крушиметр запол... Терренс! Терренс! То, что нам нужно. Вот то, что нужно. Это самое главное. Хорошо, что Терренса добавили. Я могу выкинуть серебрянку, но... Я не знаю, серебрянка был вряд ли справит. Так, небольшие лайки тут происходят. Не обращайте на это внимание. Такое тоже происходит. Ну и... Финальный уровень. Финальный уровень. Давайте-ка мы попробуем пройти. Думаю, что там 6 этапов. Так, сейчас позагрузится. Так, снова у нас вот эта табличка «Большие птицы». Так, и теперь тут... тут, конечно же, батуты... А нет, 5 этапов! А я думал, там 6 этапов. Попробуем сначала Матильды. Ну... Не знаю тут, конечно. Давай... Хотя мы попробуем, давайте-ка мы синий троиц это все сделаем. Тут как раз может двойной взрыв может произойти. Тут есть динамит, даже 2 динамита. Так. Отлично, отлично. Супер. Круто. Все, фейски. Жаль, что вот эта деревяшка не зацепила за свинью. А может вот эту башню сейчас разрушит? Не особо разрушила. Даже никакого эффекта не повлияло. Так, 4-й этап у нас, предпоследний. Так, снова тут химик. И давай, химик. Сделай, пожалуйста, хотя бы деревянный. Нет, каменный. А хотя тут у нас есть серебрянка. Давай серебрянка. Хотя бы что-то сделай. Так, отлично. Супер. Так, так, все, теперь у меня остается уже теперь одна птица. Чак. Хотя тут же скоро крушиметр же пополнится. Надеюсь, там хотя бы какую-то сильную птицу мне дадут. Мощную. Хотя бы Терренс, либо бомб. Так. А не, смотри-ка! Вторая башня, все тут разрушилось. Абсолютно все. Все прошли. Ребята, поздравьте меня, пожалуйста. Я очень старался над этим. Просто поздравьте меня. Вот просто. Я очень старался. Также я прошел полностью это приключение. 1000 монет мне дали. Ну и теперь давайте-ка сходим в магазин событий. Прокачаем сейчас шляпы. Так, давай сначала... давай на бомба. Вот как раз мне это нужно.
Так, теперь на синюю троицу. Ну, давай также, не знаю, можно на реда, в принципе. Ну, не знаю. Хотя тут же есть и еще тут одна вкладка какая-то. В принципе, давайте-ка мы с жетом бесплатных птиц мы купим. Вот просто. Вот сейчас это самое важное. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо. Всем пока, братишки. Mm-hmm.